там уже виден просвет, там уже, наверное, лес кончается. Так, вот сейчас как только я повешу за крючок, да, вот этого, да. Часы, Даш, у кого часы точные? Ну, у меня очень относительно. У кого точные часы? Ну, у меня тоже. Точные? Так, сейчас 13:41. 13, у вас ну, только? Ну, да, да, да. Вот тоже. Смотрите, вот я повешу, да, вы мне у сразу скажете, сколько времени, а? Точно? У меня 13:41. Вот смотрите. Я вешу. Да, 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 да. А, тут и приготовленный этот. Нет, нет. В петлю не входит. И на меня чуть-чуть. Так. Нет, 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 нет. Давай, вот. Ага. Точно? Да. Так, сколько сейчас на часах? Да, у меня меньше. Так, 13:43. Началась акция, посвященная Христа. Вот эта часть первая. Христа? Христа, да. Ой, извини. Так, сейчас напишем. 13:43 началась. Так. Так, значит. Давайте сфотографируем пока все вот вокруг этого. Как первая часть акции, да? Ну, можно, можно. Ну, фотографируй, смотрите на меня, пожалуйста. Ага. Да, осторожно, Игорек. Улево от тебя стыдно. Мы делаем следующее. Вот, значит, так, тебе, Маше, Юле, тебе, Лена и Даше. Ой, нет, что. Так, значит, опять загадывайте с нуля до 64-й цифры. Да, ну, в размере с нуля до 64-й. Это проект. 27. 27? Так, Юля, ты какую загадываешь? 57. 57? Да. Даш, ты какую загадываешь? 50. 50? Угу. Ты какую? 48. Странно все. Как-то близко, вокруг 50. Так. Значит, теперь одеваю очки и считаю. Значит, так, вот смотрите. Так, узнай судьбу. Кидаем. Ты смотришь, нет? Вот первое. Гексограмма выкидываем. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Так, 61. Внутренняя правда, гексограмма 61. Ты опять выиграла? Ага. А у тебя какая? 57-я. Значит, Юля выиграла. Очень хорошо. Ты выиграла вот что. Вот.
снимайте, что она выиграла. Ух ты! Подожди. Прекрасно. Да. Значит, тебе это вручается. Спасибо. Это сколько времени точно на часах? 13.50. 13.50. Да, 13.50. Это окончание первой части. Первая часть. Так. Это вот посвящение Криста было с 13.43 до 13.50. 7 минут длилось посвящение Криста. Снимаем. Так, кто-то подержит. Маш, ты подержишь, да? Давай, держи, чтобы я вынул. Снизу, снизу, держи. Вот, давай, давай, давай. Так. Вот тут очень важно, супер, крупно, супер. Снимите, вот, Юля. Вот откуда это, вот это вот, вот это, 28 августа, сейчас русское слово, номер 199. Вот. Так, и теперь мне помогите опять, Даш, вот эту штучку. Нет. Да. Точно? Да. Так, а почему он хочет? Так и не... Это ж круглый этот ствол. Там он какую-нибудь деревяшку с той стороны подложить. Да не, нормально. Да? Нормально. Какой же он красивый. Да. Теперь такой, вот у него теперь осенний. Давайте сфотографируем совсем. Давайте. У него. Такой осенний, золотой. А главное, у него очень испуганные глаза. Вы обратили внимание? Посмотрите. Да. А? Это на 80-летие. Ошарашен. Это же надо было долго ждать. На 80-летие. 50-летие, да? Да, да, да. В 2008 году, номер 2010. Тут получилась именно акция КД, потому что три участника КД здесь присутствуют. Это очень важно. Так, и теперь завершающий штрих. Юль, сними вот это вот. Сними. Ну, то, что ты зачем ты держишь все время на плече, сумочку, там веревка. Да какая разница? Такого большого формата. Да, в четверо. Так, вот так, да? Так, и вот ее туда всунуть. Просто засунуть, чтобы она держалась. Завязывайте, засунь. Так, все, да? Так, хорошо. Давай, осторожно, глаза. Так, теперь на второе дерево. На ту? Да.
между березами. Только главное, никто не споткнется с об этом. Давай, Юля, давай, иди сюда. Здесь что в этом как бы смысл, да, вот какой странный? Что мы вот это купили, это из газеты «Русское слово», да? Ага. Вон, видите, он так был загнут, да, тут попорченности такие есть. И он стоил 200 рублей, то есть 2,5 евро на то время. А вот это вот мне пришлось за это заплатить, за раму, 32 тысячи рублей, то есть 360 евро. И вот на этой разнице, да, между вот рамой и портретом, да, все тут как бы построено. Но это важно как бы в умозрительном, а тут это совершенно не играет. То есть деньги здесь не играют роли на природе. Это играет роль в неком умозрительном пространстве, а тут это все растворяется, как будто и так должно быть. Вот что я хотел сказать. Главное, кто найдет, он будет тащить, вообще что он сделает, разовьет он или нет. Нет. Это вот для анонимного зрителя. Рама роскошная, он ее возьмет. Он возьмет и... Толстого выбросит. Толстого не надо, просто поверх него, что он там кого-то. Что он любит. Себя. Ой, какое счастье, пиво. Ну, давайте сначала выпьем, а потом и решим. С этими палочками. Ты покажи палочки. Да, я думал, для чего эти палочки? Чтобы нести ее, ручку сделать. Ага. Но оказалось и так хорошо. Я решил, что нужно замотать эти палочки одной. Причем одна больше, другая меньше, да? Я думал так примотать палочки. Видите, одна больше длиннее, другая короче. И тут 7,5 метров и 10 метров. Вот я предлагаю наоборот симметрично сделать. Короткую, где длинная, 10 метров, а это где это, понимаете, нет? Понимаю. Вот можно 7,5. Ну, конечно, вставить можно нормально. Ой, там есть петля, и петлю вставить. Нет, ну вот так вот. Будет хорошо. Вот так хорошо, мне кажется, очень да? Хорошо. И давай вторую. А здесь не так свободно. Второй ряд, он более вот. Вот это? Не свободный. Вот, да. Вот. Вот. Они что-то прибавляют? Или ничего не прибавляют? Прибавляют, конечно. Ну, во-первых, это тоже набор для возможной переноски картины, веревки и вот ручки. Это похоже на палочки, которые к деревьям приставляют, чтобы они не клонились, только здесь все наоборот. Палочки крошечные, вот дерево. Хорошо. А вот это мне не нравится. Ее надо углубить. Или лучше ее, знаешь, куда? Вот сюда вот. Вот на это. Да. А тут еще и гвоздик обнаружил. Да, вот, давай. И сейчас. Куда-нибудь до конца ее, можешь? До середины. Сейчас. Смотри, Андрюш, хватит или до конца? Лучше, может, до конца, наверное. До конца давай. Еще глубже, чтобы она спустилась? Да, наполовину. Половина, ровно, чтобы было. Сверху, снизу. Вот. О, она не выпадет? Нет. Ну вот, отлично. Вот, да, вот так вот. Колонку, а портрет, да. Значит, на этом? Нет, портрет был между, ты не помнишь? Даже портрет был между. Ну, ты видишь, у меня память потратила. А еще не вижу, что он был. Ну, как-то, что еще раньше нет, было писать. Ну, вот здесь вот так. Конечно, это тут было много. Тут 2003 года. Вообще, да, так хорошо. Нет, так здорово. Нет, вот это настоящее произведение, это вот это. Тоже это ready-made тоже. А это произведение сделано. Да. Вот отсюда, Игорь, с этой моей точки вот очень хорошо. Вообще есть фильтры, которые убирают блики. Но это к нему чувствую. Вирилизационный фильтр. Но у меня не получается. Нет. Игорь, хочешь еще пивка? Здесь еще большой. Нет, спасибо большое. Я просто не бываю. А мне так нравится теперь этот портрет. Ну, тряпка.
Кажется, более тяжелая, если была в деревянной. Она тяжелая, Андрюша, она очень тяжелая. Это деревянная. Игорь, как это, деревянная или синтетическая? Нет, основа деревянная, а потом вот это, я не знаю. На русской эти... Надо посмотреть внимательно. На русской, наверное, пластик какой-то. Да. Же, похоже, да. Вот это точно пластик. Основа. Вот это пластик. Рома. Вот это накладки пластик. Видишь, вот тут такие вот эти вот. Да. Я его увидела. Даш, а он. А вон, ты... вон твой кумир. Так, сняла? Да нет, нормально, по-моему. А вы туда гвозди били, да? Куда? Ну, да, вот неделю назад, когда приезжали, и гвоздь, а винт винтили. Что важно понять в итоге, что вот этот листок с портретом Толстого, это выпущенная газета «Русское слово» на 80-летие Толстого 28 августа по старому стилю 10 сентября 1908 года, номер 199. Не исключено, что это с 1908 года эта газета осталась только вот здесь. Может быть, ее уже нет, этого листа. Потому что я смотрел сканирование в библиотеке этих газет, там нет этого номера. Отсканированное именно в библиотеке Румянцевской, да, или как она называется? Ленинской. Бывшей Ленинской. Там именно этого номера уже нет. Может быть, это единственное осталось. С того времени, с 1908 года, вот именно этот лист с этим портретом. Поэтому цена его невероятно, может быть, совсем несопоставима с ценой вот этой рамы. На другом, на каком-то уровне, историческом, понимаете? Конечно. Андрюша, знаешь, что еще интересно? Что монета выпущена на 160 лет, а тут 80, ровно в два раза больше. Да, в два раза. Да, кстати, да, странно. Интересно. Просека Нина Хаген. А вот эта электрическая, воздушная, она старая просека. Она была всегда, до 85 года она еще была. Это просека Хайдеггера. А вот эта просека возникла между 85 и 86 годом. После акции «Русский мир». Это газовые, то есть тут газовые трубы идут под землей. Подземная просека и воздушная просека, электрическая. Газовая и электрическая. Хайдеггера и Нина Хаген. Роскошно, родной, да. Вот это роскошно, это, собственно, есть произведение. Тут, если это все-таки чуждое, да, чуждое, наоборот. Да. Вот. А это именно родное. Мрачиться такое. Да. А здесь это просто писало. Да, это вот это воздушное. Вот палка. Это, понимаешь, это не полиэтилен. Понимаете? Да. Не полиэтилен. Да, поэтому ты такую веревку нашел. Да, да, именно. Но это тоже не... Сам портрет, это бумага 1908 года. Потрясающе. То есть, представляешь, это настоящая бумага. До всяких вот практически... Синтетических, да. До машин еще. Тогда машины были в одном экземпляре. Там 20, конечно, 30, да. 1908 год. То есть бумага, какая ценность бумаги еще. Представляешь? Черный, они сохраняют. А черный вот цвета. А вот это. Там такси. Приехали, хотели, уехали. Вот, да. Нормально, да? Да? Именно, вот это самое лучшее. А поле вот там вот, белый. На поле, а вот там небо за, вот отсюда прямо от меня. Что-то у меня сейчас. Вот мы не добрались до полей. Ага. Это просто так для Никиты Алексеева. Посвящение Никите Алексееву? Да. Угу. Все?
Ну, один раз, да. Вот смотри, Юля, это дерево нашего тайного выставочного зала. К сожалению, оно сломалось, видимо, в этом году. Да, вот. Потому что листья видите, еще оно были. Поломалось. Что это за дерево? Вяз, я его, правда, наверное. Не знаю. Вот он. Вот тут рядом ямка, рядом с этим деревом, где в 1997 году была закапана кастрюлька стеклянная с часами по времени Рангуна Бермы. И потом в 2002 году мы ее раскопали и поставили туда в 2005 году черепаху железную. И эта черепаха довольно долго тут стояла, пока в каком-то году, может быть, в 13-м, 15-м, я не помню, ее или позже, ее перенесли туда, на полянку, где вот сейчас Толстой, мы повесили Толстого, там, на просеку Хайдеггера. Но тут осталась даже фольга от этой обмотки кастрюли фольгой, вот это вот. И тут вот бомжи, видимо, устроили какой-то мусор, я не знаю, дачники. И вот теперь мы должны убрать вот это все. Даш, давай я кладу. Давай. Так. Как это место называется? Это ТВЗ, тайный выставочный зал. Или полянка библиотеки. Полянка библиотеки. Это дачники. Вон так, еще, все. Вон еще. Где? А, точно. Что это такое? Ой, а вот еще, да? Вот это. Нет, это время. Так, ну все вроде, да? Вот теперь, значит, веревочкой. Запускай веревочку. Да. Так это все, вот это все пространство, это ТВЗ, тайный выставочный зал. И вот от нашего тайного выставочного зала центрального, от центра его, да, где была черепаха, сюда метров, наверное, 50, 40-50 метров. Здесь бомжатная палатка, скорее всего, была, бомжевая. Видишь, тут одежда осталась. Тут в основном именно одежда. Вот это брюки, да, какие-то тряпки. Тряпки, это верхняя, на улице тоже брюки. Нет, это рубашка, скорее всего. Вот это там брючки. Видишь, и тут наверняка была натянут тент. Видишь, натянут. Полиэтиленовый тент был натянут. И тут, видишь, они рядом, тут с этим натянутым тентом, да, они, видимо, жгли костер какой-то, видишь, что-то делали. То есть это была бомжатная палатка, наверняка это была. Видишь, но тут это такое очень фактурное место, не мусорное. Видимо, мусор они относили как раз туда, чтобы рядом не мусорить. Вот туда мы собрали их мусор. А вот это вот их уже одежда, да, этот сам тент, он здесь остался. Где мы оставим вот это? Или у них посередине поставить? Не, вернуть не, им. Мы идем на остановку. Вернуть их мусор. На остановке. Не, ну это далеко нести. Можно вдоль дороги или на остановке. Вдоль дороги хотя бы.